Еще одна горячая линия откроется завтра в областном Минздраве. С 2 до 3 часов дня все желающие могут задать вопросы о профилактике, диагностике и лечении сахарного диабета у взрослых и детей. По телефону 38 13 23 кировчан проконсультируют специалисты. Вся эта неделя объявлена в России неделей борьбы с диабетом. 14 ноября с 10 до 13 часов в торговом центре на Воровского 135 можно будет пройти скрининг сахарного диабета. Это экспресс-анализ крови на глюкозу. Кроме этого, кировчане смогут узнать свое артериальное давление, измерить рост, вес, вычислить индекс массы тела, получить рекомендации по ведению здорового образа жизни, рациональному питанию и профилактике сахарного диабета.